Добрый вечер, с вами Наталья, и вот к вечеру очередное видео. Сегодня утречком я выпустила видео о молочае Беложилкова, который, к сожалению, от моего недополива потерял упругость листьев, весь поник, и весь был такой некрасивый, опечаленный, что называется. Листики все поникли, были такие завявшие, кроме верхних. И вот я хочу вам показать, что нормальный полив дал свой результат. Растение чувствует себя уже нормально, за исключением двух, вот я сейчас поверну к вам, нижних листочков. И даже они себя чувствуют более упругими. Конечно, так как они пожелтели, они скоро отсохнут и отпадут сами по себе. Остальное растение чувствует себя прекрасно. Почему я решила снять еще одно видео? Потому что, зайдя на канал и увидя, какие приятные пожелания, какие приятные комментарии и поддержка были под этим видео, я всем хочу сказать огромное спасибо за теплоту и поддержку. Все, кто мой постоянный подписчик и случайно зашедший ко мне, спасибо всем. Очень приятно, когда люди отзываются, хотят помочь, хотят что-либо посоветовать и просто поддержать. И всего доброго вам, дорогие друзья. И еще раз всем спасибо за поддержку и теплоту. Всего вам хорошего. До свидания. До новых встреч.